Доброго вечора, шановні телеглядачі вечірньої Одеси. Як завжди, традиційно розкриває ці години свої двері саме для того, щоб поспілкуватися з вами в прямому ефірі. Нагадаю, 70 хвилин будемо сьогодні працювати для вас. Номер телефону в студії незмінний 638-638. Якщо телефонуєте з регіону, не забувайте набирати перед номером телефону 0482. Чітко ставте своє запитання, уважно слухайте відповіді. Також не забувайте представлятися, щоб саме ми та гості в студії знали, до кого звертатися, з ким ми спілкуємось. А поки я всім ще раз кажу доброго вечора, Одеса та Одещина, і ми розпочинаємо свою роботу. Перша частина нашої сьогоднішньої вечірньої Одеси присвячена підведенню підсумків щеплення щодо поліомеліту. І я задоволенням зараз вітаю в студії людей, які нам більш детально розкажуть на цю тему та на всі питання ваші будуть відповідати. А саме в нашій студії Ганна Петрівна Луньова, головний педіатр Одеси, директор клінико-діагностичного центру імені Резніка, та Людмила Іванівна Самойленко, обласний позаштатний дитячий імунолог. Доброго вечора, шановні пані. Дякую. Все вірно я сказала, Ганна Петрівна. Сьогодні ви вже ось з таким новим титулом, в новому статусі. Прийміть наші вітання. Дякую. А поки будемо працювати зараз з нашими телеглядачами та будемо відповідати на запитання. Як я вже казала, і ми з вами вже зустрічалися під час минулого півріччя та ще більше, і розказували, говорили, для чого саме треба робити щеплення щодо поліомеліту. Зараз вже третій тур, як то кажуть, добіг свого кінця. З якими результатами ми прийшли до фіналу, скажімо так? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Я хочу вам сказати, що 29 лютого 2016 року третій тур вакцинації проти поліомеліту закінчився в Одеській області. І були підведені підсумки, які були заслухані на селекторній нараді з Міністерством охорони здоров'я. І відсоток щеплених дітей в Одеській області склав 68. Це, звичайно, не той бажаний результат, про який ми з вами говорили дуже і закликали наших мешканців міста Одеси, Одеської області прищепити своїх дітей, тому що той відсоток, який потрібен, 95, в Одеській області він склав 68. По Україні він, звичайно, вищий. І якщо порівняти деякі інші області України, де є і 88, 92%, то ми, звичайно, не на першому місці. Але проте я хочу вам сказати, що вакцинація проти поліомеліту на цьому не закінчилась. І про це ми анонсували в своїх зверненнях до населення, як міста Одеси, так і Одеської області, тому що до 17 квітня включно буде і на сьогодні проводиться вакцинація проти поліомеліту тих дітей, які планово підлягали і які не отримали триразової вакцинації. Тобто ми закликали всіх прийти, тому що був епідперіод, коли діти хворіли, були канікули, коли діти не відвідували школи. Ми просили всіх зробити трьохкратно цю вакцинацію, отримати три рази цю вакцину, я ще раз підкреслюю, для того, щоб ми могли сказати, що дійсно наші діти захищені від поліомеліту. Крім того, ми закликали прийти не тільки ті контингенти, які підлягали щепленню, вікові групи, але якщо дитині виповнилося вже 10 років, а саме 9 років, 11 місяців, 29 днів, то за бажанням батьків, звичайно, вони можуть прийти і отримати цю вакцинацію живою поліомелітною вакциною або інактивованою, якщо до цього є показання по стану здоров'я дитини, а також ревакцинація дітей в 14 років, знову ж таки, поліомелітною живою вакциною.
Для чого робити вакцинацію? Бо зараз дуже багато батьків саме задаються цим питанням, є як за, так і проти. Ось саме, Людмила Іванівна, розкажіть нам, будь ласка, мова йде не тільки про вакцину, щеплення щодо поліомієліту, а і інші вакцинації, інші щеплення. Для чого їх робити? Вакцинація – это тренировка иммунной системы. То есть для того, чтобы организм был готов к встрече с возбудителем, созданы от тяжелых инфекций, созданы вакцины. Вакцины бывают живые, вакцины бывают неживые. То есть, ну, неживые вакцины, там очень сложно говорить о том, что неживой возбудитель может вызвать заболевание. Но, вводя в организм признаки этого возбудителя, иммунная система начинает работать и вырабатывать защитные... Считывать информацию, да, скажем так? Да, она считывает информацию, она думает, что ей попал возбудитель, потому что отбираются, ну, основные признаки возбудителя, да, и она формирует различные виды иммунного ответа. Наиболее часто знают слово антитела, да, то есть после вакцинации образуются антитела. И когда в организм попадает живой возбудитель... Эти антитела очень быстро... Уже извне, скажем, да, так, чужой, вакциной, живой, да. Чужой, живой. Уже, да. То есть я пока про неживую из среды. Вакцину. Угу. Да, допустим, вдруг. В организме уже есть готовые антитела. И они очень быстро устремляются к этому возбудителю, окружают его и убивают его. Если мы говорим о живых вакцинах, которых тоже все очень боятся, да, говорят, ой, это же живой возбудитель, вот... Настоящий. Настоящий, да, вирус. На самом деле вирус обрабатывается очень-очень долго и до таких форм, что он не способен вызвать болезнь. То есть это как бы вирус, но лишенный своих болезнетворных свойств. То есть, ну, мы же не заражаем наших детей туберкулезом, делаем БЦЖ, правда? То есть никто из наших детей после вакцинации КПК не болеет краснухой, вот как если бы они столкнулись с вирусом, да? Конечно. Ну и то же самое касаемо живой полиомиелитной вакцины. То есть вирус обработан до такой степени, что он способен вызвать иммунный ответ и при этом не вызвать болезнь. И вот таким образом наш организм просто будет готов к встрече с возбудителем. Ну, чтобы быть даже, в полной боевой готовности. Да, и даже если что-то произойдет, то есть даже если мы проконтактируем где-то с этим возбудителем, то иммунная система очень быстро отреагирует, и болезнь пройдет в легкой, стертой форме или вообще не наступит. То есть иммунная система сделает свою работу, и ребенок будет или взрослый будут защищены. В современном мире полиомиелит встречается как заболевание? Да, есть еще единичные случаи, где циркулирует дикий полиовирус. И некоторое количество стран, так вот как у нас было, это мутировавший вакцинный штамм. Угу. Да, то есть тогда, когда из безопасного вакцинного вируса, ввиду того, что много непривитых детей, в конце концов появляется мутировавший вирус, который уже обладает совсем другими свойствами. Спасибо огромное за такой вот, скажем, развернутый ответ по одной простой причине, что, как я уже сказала в начале нашей с вами беседы, уважаемые гости, что часто от родителей можно слышать звонки, вопросы, да, для чего нам это делать, у нас этого нет, в стране быть не может и не будет. А если все-таки заболеет ребенок? Мы с вами уже неоднократно говорили на эту тему, но думаю, что это нужно повторять каждый раз. Какие последствия заболевания? Ну, дай бог не будет, но если говорить о полиомиелите, это параличи. Я могу тут же похвалиться. Я вот вчера, моему ребенку больше 14 лет, я вчера сходила и привила ребенка от полиомиелита, потому что, ну, я понимаю, что эта вакцина, она абсолютно безопасна, да, и мой ребенок абсолютно спокойно защищен от тех, кто может завести сюда вирус. И ничто моему ребенку не угрожает. То есть я абсолютно не хочу, чтобы были параличи. То есть самое тяжелое осложнение полиомиелита – это, конечно, параличи. Да? Вот. Ну, уже что, да. Но 10% есть вероятность? Есть, да, есть летальные исходы, да. К огромному сожалению. К огромному сожалению, да. Мы уже коснулись с вами темы прививки от БЦЖ. Есть ли она? Потому что, опять-таки, неоднократно даже у нас с вами на эфире нам звонили, задавали вопросы. Есть ли, появилась, как дальше действовать? Хочу вам сказать, что
планові вакцини, які повинні отримати регіони України, в тому числі і Одеська область, за які закуповуються за кошти державного бюджету, на теперішній час немає ніде. В Україні, в тому числі, немає і у нас. Проте, зважаючи на те, що рівень захворюваності на туберкульоз зростає, і особливо це стосується дітей, і дітей маленьких, новонароджених, і дітей першого року життя, а особливо у цих дітей туберкульоз, саме захворювання перебігає дуже тяжко, дуже тяжкі ускладнення, які можуть, і вже один випадок закінчився летальним, є у нас летальний випадок від захворювання туберкульозу дитини віком до року. І тяжкі ускладнення у вигляді менінгітів, тобто запалення головного мозку. Якраз за кошти місцевого бюджету, за позабюджетні кошти, за кошти благодійні, які залучені, закуплена вакцина БЦЖ в місті Одесі. І ця вакцина вже отримана і розподілена по дитячим поліклінікам міста. За кошти благодійні закуплено 10 тисяч доз вакцин для пологових будинків. І новонароджені діти міста Одеси і обласного перинатального центру щеплюються. І деякі райони наші, території Одеської області, теж за такі ж кошти закупили вакцину БЦЖ, яка була завезена в Україну. Всі дозвільні документи, вони є, вони отримані, і при проведенні вакцинації вони можуть бути пред'явлені кожному батькам і кожному, хто хоче бачити ці документи. Всі дозвільні документи є, і вакцинація вже розпочалася. Треба, і вже можна не хвилюватися. Можна це не хвилюватися. Все законно, це робиться. Я це хочу сказати, що цієї вакцини, яка була закуплена в місті Одесі, її хватить, вистачить для дітей наших в місті на протязі 2016 року. І ми все-таки хочемо дочекатися вже поставок вакцин, які будуть закуплені за кошти державного бюджету. Тому що ми маємо змогу купити відповідно до чинних нормативних документів тільки вакцину БЦЖ. Але ж у нас є ще цілий ряд вакцин, їх всього 10, які повинні такі щеплення бути для наших дітей. Інші вакцини поки що до наших дітей, до наших лікувальних закладів не поступили. Що робити в таких випадках? Чекати? Як уникнути, може, захворювань? Яка є профілактика? Ну, ось самі такі перші кроки, які треба робити, щоб не захворіти. Я не знаю, може, є якась порада від вас, шановні? Ну, я думаю, що Людмила Іванна зупиниться, але я хочу сказати, є так названі керовані інфекції, які захищаються тільки щепленням. Тому говорити про те, що дитина має сидіти тільки вдома, щоб не бути в контакті, це ну, по-перше, це порушення прав дитини. А по-друге, звичайно, нам потрібно всім і листи підготовлені, і направлені і до Міністерства охорони здоров'я, і направлені вони до нашої Верховної Ради, тому що ця ситуація, яка на сьогодні є, вона, звичайно, дуже є така, яка насторожує нас всіх, і не тільки управління охорони здоров'я і міської ради, і обласне управління збентежене таким станом на сьогоднішній день, але і, наприклад, я хочу сказати, дуже велика вдячність місцевому самоврядуванні міста Одеси, яке вирішило цю проблему, і ті вакцини, які можна закупити, не порушуючи чинного законодавства, вони на території міста сьогодні є. Ну, це гарна така звістка, приємна звістка. Але все ж таки наприкінці сьогоднішньої нашої зустрічі, Людмила Іванівна, як захистити себе, дитину, ось такий весняно-літній період, як захистити імунітет, який під час зимових місяців, ну, скажімо так, трошки здав?
Ну, я всегда говорю, что лето – это самое замечательное время для восстановления иммунной системы, если вдруг были какие-то частые заболевания в течение осенне-зимнего периода. Весна, конечно, тут еще немножко нужно потерпеть, пока у нас появятся первые натуральные витамины, для того, чтобы мы получили и восстановили тот баланс витаминный и электролитный, который вот, ну, зимой не получается так восстановить. Но самое главное, конечно же, для детей, для наших, это режим дня и отдыха. Да, наши дети, ни для кого не секрет, что они очень много проводят времени за экранами. Экраны могут быть разные. Это могут быть экраны телефонов, планшетов, это компьютеры, это телевизоры. То есть дети не хотят идти на улицу и гулять, но дети должны гулять. Им нужно гулять, им нужно двигаться, им нужно дышать свежим воздухом. Самое такое эффективное средство профилактики, оно вообще очень простое. Это надо мыть руки. Часто-часто мыть руки. То есть я, для меня как-то было очень удивительно, что процентов на 30-40 можно предотвратить за заболеваемость просто респираторными инфекциями, моя руки. Почему? Потому что, когда мы руками трогаем разные вещи, на руках оседают вирусы и бактерии. Потом мы трогаем носик, ротик, и это все попадает. Да, и вот, то есть вот такое вот простое правило: моем руки, моем лицо после улицы, оно предотвращает очень сильно заболеваемость всеми инфекциями. Впереди у нас лето. Это, естественно, пора кишечных инфекций, ну, чаще, да. То есть зимой респираторные, летом кишечные. Ну и профилактика кишечных инфекций, это уж как ни скажи, руки, руки, руки. Все чисто и руки. И я еще очень хотела сказать о том, что можно профилактику столбняка сделать такую вот неспецифическую, просто с учетом постараться максимально оградить своего ребенка от возможности травматизации, да, то есть потому что если вдруг что-то происходит, это должна быть открытая рана. Колени бьют все. Да. То есть очень внимательно смотрим в данной ситуации, чтобы ребенок, ну, за безопасностью ребенка. И это уже тоже очень большая профилактика. Вот даже упал, побил колени. Ну, это ж такое дело. Катание первое, на роликах, что, да? Ролики на велосипеде, это, что на первое колеснике. Сделать надо сделать? Шлем должен быть. На коленке, на локте, ну, надо уже рано защиту. Есть, все, под проточную воду, перекись водорода, зеленка. Что вот, что первое, что вы посоветуете? Или сразу как бы в поликлинику делаете? Ну, это зависит от размера, то есть от того, что если это просто ссадина, ее действительно конечно, можно промыть. Ее просто первое, промыть, да? Перекисью, да. Угу. То есть вы, ну, просто банально грязь, перекись очень хорошо вымывает грязь. Угу. И если это небольшая, небольшая коленка, можно спокойно как обработать. Положено. Подсушить зеленкой, допустим. И, ну, а и... если уже серьезная рана, то, конечно же, уже в медицинские учреждения. Тогда нужно, конечно, обращаться, да. Ну, и Анна Петровна, вопрос к вам. Вы учёвали центр клинико-диагностичный имени Резника. Які плани найближчі у вас щодо роботи? Це дуже велика честь очолювати такий історичний центр діагностичний імені академіка Резника. І, звичайно, плани і перспективи роботи, вони на сьогодні озвучуються і плануються, тому що потенціал фахівців, які там працюють, досить високий, і плани, які він може, і обсяг послуг, які може надавати цей центр, він є досить значним, і на сьогодні цей план вже якби вималювався, і, звичайно, перспективи роботи цього центру, вони є важливі, це і кабінетка там внизу, тобто нагляду за дітьми, які народилися недоношеними, які народилися нездоровими, це і центр по орфанним захворюванням, тобто рідкісним захворюванням, на які страждають діти нашого міста і нашої області. Ну і це ще є ряд таких перспективних напрямків роботи, які, якщо ми з вами будемо працювати, я з великою радістю вам все це озвучу. Я тільки хотіла запропонувати, щоб ми під час наших програм зустрічалися з вами, з фахівцями центру, та розповідали нашим телеглядачам о роботі центру такого історичної такої пам'ятки.
Так. Будемо вам вдячні. Дякую, шановні пані, що ви сьогодні завітали саме до нашої програми та відповідали на запитання. Дякую. Шановні телеглядачі, а вечірня Одеса продовжує свою роботу. І за традицією ми стали вже вас знайомити з цікавими подіями, якими запам'ятався саме цей день в календарі. Я нагадаю, 5 квітня 1874 року, тобто 142 роки тому, у Відні вперше виконана знаменита оперета «Летюча миш» Йоганна Штрауса. Сина оперета «Летюча миш» Штрауса є класичним зразком жанру віденської оперети. Штраус-син увійшов в історію музики перш за все як майстер класичного віденського вальсу, але також він здобув популярність як творець оперет. Однією з найвідоміших і блискучих його робіт у цьому жанрі і була оперета «Летюча миш». Давайте подивимось трошки її. Генри! Как ты себя чувствуешь, дорогая? Хорошо, милый. Но я ужасно расстроена. Да? Это кстати. Дело в том, что я шел как раз, чтобы тебя расстроить. И очень боялся. Но раз ты уже расстроена, тем лучше. Увы, Розалинда, меня сажают в тюрьму. В тюрьму? Из-за этого лесничего, которого ты подстрелил? Нет, Розалинда, не из-за лесничего. А за что? За рябчика. Хотя, по правде, дело здесь не столько в рябчике, сколько в этой старой свинье, прокуроре Амедеи, в угоде которого я охотился. Так? Ты знаешь, он оказался председателем общества по борьбе с браконьерством. Я предлагал ему любые извинения, любой штраф. Но он стоял на том, чтобы я сел. Боже мой, зачем, зачем ты только охотился в его владениях? Все произошло совершенно случайно. Когда мы с Эммой вышли из поезда, то мы направились самой кратчайшей дорогой к охотничьему домику. Погоди, с какой Эммой? А кто сказал с Эммой? Ты? А почему это тебя удивляет? Прости, Генрих, меня это больше, чем удивляет. А кто такая Эмма? Собака. Собака? Где ты ее взял? Мне ее одолжил Шульц. И собаку Шульца зовут Эмма? Эмма! Что за фантазия назвать собаку именем жены? Ну что ты хочешь от Шульца? Он вообще фантазер. Ты же знаешь, как он называет свою жену? Киса. А что тут удивительного? Ну, Розалинда, ты меня поражаешь. Назвать жену именем кошки для тебя неудивительно, а назвать собаку именем жены для тебя удивительно. Где логика? Я не понимаю. Ну ладно, дело не в этом. Ну вот, идем мы с собакой. Самой кратчайшей дорогой. Идем, разговариваем. А кто? Кто с кем разговаривает? Ну, естественно, что я с собакой. Не собака же со мной. Ну вот мы идем, идем, идем. Кругом природа, погода. Эмма резвится, как ребенок. Я и не заметил, как мы забрели на территорию этого проклятого прокурора. Вдруг что-то... Рябчик! Эмма как закричит нечеловеческим голосом. Генрих, стреляй! Да подожди. Как же эта собака может кричать нечеловеческим голосом? Стреляй, Генрих. А ты что хочешь, чтобы она закричала человеческим голосом? Стреляй. Естественно, не человеческим. Она закричала «Гау, гау, гау!» У нее хвост в струнку, грудь вот так, лапки вот так, на лице румянец. На чем лице? На моем, естественно, на моем. Ты даже не представляешь, Эмма всегда такая спокойная женщина. Так значит, Эмма все-таки женщина? Да нет, я говорю, Эмма всегда такая спокойная. Женщина с легкостью управится с такой собакой, и вдруг она рвется вперед, как бешеная. Я стреляю из одного ствола, рябчик падает вниз. Я стреляю из другого, вдруг чуть-чуть ниже. И вверх вивается лесничий. Рябчик молчит, лесничий кричит. Все сбегаются.
И вот я браконьер. Сегодня суд. Суд удаляется, суд возвращается, все встают, меня сажают. И вот сегодня в 8 часов вечера за мной приедет тюремная карета. И меня, финансиста Генриха Айзенштейна, повезут через весь город, как последнего бродягу. Боже мой, боже мой. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, нет. Что говорит адвокат? Адвокат. Он оказался полной бездарностью. Нет, ничего не поделаешь. Пора собираться. Как? Уже? Генрих, ты что же, не можешь пойти попозже? Тюрьма-то, наверное, работает круглые сутки. Нет, я дал слово судье, что сегодня вечером буду ровно в 8. Дорогой мой, я не представляю, как ты там будешь жить. Ты ведь не знаешь, какое там может быть общество. Общество? Какой-нибудь сброд, с которым интеллигентному человеку нельзя будет поговорить. Господи, пошли, чтобы за это время посадили как можно больше порядочных людей. Чтобы тебе не было там скучно. Ми продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі 6.38. 6.38. Наступна частина нашої вечірньої Одеси сьогодні присвячена пенсійним виплатам і все, що торкається пенсії та пенсійного законодавства. В нашій студії заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Приморському районі міста Одеси Тамара Гартапан. Добрий вечір, Тамара Георгіївна. Благодарю за те, що сьогодні ви відкликнулись на наше приглашення буквально в такий короткий срок. І для саме іменно для того, щоб відповісти на питання і телезрителі, які накопились, тому що питання пенсії сьогодні, ну, скажімо так, 24 часа в сутки обсуждается. Поэтому, как говорят в Одессе, давайте еще раз начнем с самого начала, объясним, напомним нашим телезрителям все, что касается пенсионного возраста, какой он сегодня, все, что с этим связано. Пенсионный возраст, в принципе, был принят еще в октябре 2011 года. Так мы постепенно движемся по этой программе, которая вот была установлена. Мужчина возраст так и остался, пенсия по возрасту в 60 лет. Женщины сейчас выходят 57,5 лет на пенсию. То есть постепенно никаких изменений, то, что вот боятся и в обществе осуждают, этого не принято. То есть 57,5 женщины выходят на пенсию. И так пока остается и до 60, до 60 лет, да, постепенно увеличиваем ежегодно. С вами мы уже пойдем в 60, как я понимаю. Да. Ну, дай дело Бог. Такое. Все может еще измениться как в одну, так и в другую сторону. Ну и уже далее более такой логичный вопрос. Как сегодня изменилось или и изменилось ли, да, начисление заработной платы при начислении пенсии? Да, были внесены изменения, которые тоже в октябре 2011 года, но там постепенно. То есть расчет касался заработной платы. Изначально было, что заработная плата не являлась обязательна, то есть за бажанием, то за умовы подтверждения, то есть по желанию пенсионера, при условии, что будет произведена встречная проверка и зарплата подтвердится. И вот с января 2016 года пятилетка для расчета пенсии до 2000 года не является обязательной. Мы берем данные персонифицированного учета, и в единственном случае, в котором заработную плату пенсионеру необходимо предоставить, это если у него нет стажа, необходимого с 2000 года. Это вот... То есть, да, пенсионерам беспокоиться, искать свою заработную плату больше не нужно. И так все будет известно, скажем. Далее тогда уже продолжаем разговор о начислении, о нарахуванні пенсии. Щодо сьогодні касательно оподаткування пенсії, також, чи є зміни, які вони і як оподатковуються? Ну, пенсия, налогообложение пенсии происходит не на всю пенсию, а на ту сумму, которая превышает 3 минимальные заработные платы для трудоспособных. Вот заработная плата на сегодняшний день установлена на январь 2016 года, это была с 1378. То есть
на 3 – это 4134. То есть те пенсии, та сумма, которая превышает 4134, подлежит налогообложению. И то не вся пенсия. То есть, допустим, ни у кого пенсия 5000, будет налог на всю пенсию. Нет. Допустим, пенсия 5000, значит, подлежит налогообложению разница от порога 4134 до 5000. Вот это налог 15%. И в законе у нас прописано, что на все, на что начисляется подоходный налог, автоматически и военный сбор. То есть, еще 1,5% военного сбора. На Опять-таки, разницу. На эту разницу. На Мы эту каждый разницу. Раз с вами об этом говорим, да, потому что это на самом деле немаловажно, потому что поступают телефонные звонки на предмет того, что да, вот такая пенсия, а мне кажется, что вот снимают со всей. Нет, со всей не да, снимают. Здесь еще хотелось бы коснуться, что налогообложение пенсии регулируется налоговым кодексом, который устанавливает ставку на 1 января налогового года. То есть в этом году предусматривается в бюджете повышение минимальной заработной платы, естественно, минимального прожиточного минимума для трудоспособных, нетрудоспособных еще и в мае, и в декабре. Но граничная сумма налогообложения меняться не будет, потому что ставка на налоговый год была установлена 1378, то есть на 3 это 4134. То есть меняться она не будет. Спасибо огромное. Далее продолжаем нашу беседу и не можем не коснуться вопроса пенсии, начисления пенсии, выплаты пенсии работающим гражданам Одессы, ну и также как Одесского региона. Есть ли что-то новенькое, что-то поменялось, вернули, не вернули, как начисляется? Да, закон был принят еще с апреля 2015 года, якотимчасовый, то есть временно был принят изначально до декабря 2015 года, что работающие, которых нет, не являются инвалидами первой и второй группы, не являются участниками боевых действий в период Великой Отечественной войны. То есть это их освобождало как работающих от уменьшения размера пенсии на 15%. Было принято изначально якотимчасово. Но с января 2016 эту норму продлили до декабря 2016 года. То есть с января мы продолжаем работающим пенсионерам пенсию выплачивать не в полном объеме, 85%. И здесь хотелось бы остановиться, что если у человека размер пенсии более чем достойный, то здесь, если он работающий, и сначала мы определяем 85% пенсии как работающему, а потом с этой суммы мы уже определяем разницу до порога налогообложения. То есть такое двойное. Если, также традиционный вопрос, я его озвучиваю, если человек ушел на пенсию, и год-два он уже вот находится на пенсии, получает только пенсию. Ну, тут он решил, что есть еще силы, предложили место работы, и человек решил выйти на работу. Как он должен поступить в этой ситуации? Проинформировать пенсионный фонд официально, что он выходит на работу? Или какая-то другая должна быть процедура? Ну, я бы хотела обратить внимание всех пенсионеров. У каждого пенсионера есть пенсионное удостоверение. То есть, в принципе, достаточно его открыть, пусть это будет нового образца или старого, там пишутся права и обязанности пенсионера. Обязаны нам сообщать все изменения, которые происходят с пенсионером. То есть, да, человек, зачислившийся на работу, обязан к нам прийти в пенсионный фонд с трудовой книжкой, пусть это будет приказ о том, что подтверждение основания, что он зачислил на работу. Точно так же надо делать с увольнением. Люди с увольнением приходят быстрее, потому что естественно, человек уволившийся, мы делаем перерасчет и возвращаем ту сумму, которую мы не доплачивали как работающему. Если, конечно, у него пенсия была больше, чем 150% от прожиточного минимума, потому что у тех, у кого она меньше, то удержание не производится. То есть это на сегодняшний день 1611 гривен. Это 1074, это прожиточный минимум для нетрудоспособных, а 150% это 1611 гривен. Но когда люди зачисляются, они не так быстро приходят в пенсионный фонд, но тем не менее, пенсионный фонд это все равно информацию получает, но получает он с задержкой. Путем это уже устанавливает Киев, это уже накладываются наши базы. В любом случае потом идут отчисления. Потом идет переплата. Переплата сейчас существенная за счет того, что не просто вопрос стоит об индексации пенсии. Это идет в первую очередь 15% как работающему. То есть сразу переплата за 3 месяца, ну, у некоторых она бывает очень ощутима, и лучше это предотвратить. Мы в любом случае эту ее сумму потом переплаты. Удержите. Мы без желания пенсионера, мы начинаем удержание по 20% ежемесячно до полного погашения.
Поэтому в любом случае, конечно, лучше не нарушать. Лучше избежать. Да. Давайте послушаем, есть у нас телефонный звонок телезрителей. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слышим. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, немножко громче. Тише. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Девушка, я хотела... Добрый вечер. Я хотела задать вопрос. У меня 50 лет трудового стажа. А пенсия у меня 1200. Я спросила, почему так мало? Мне сказали, была минимальная зарплата. Спасибо. Ну, по моей работе. Спасибо за звонок. Спасибо. Тамара Георгиевна, как да, быть? Понимаю, и можно понять людей, но у нас механизм расчета пенсии, вообще размер пенсии напрямую зависит от трех показателей. Это стаж, заработная плата и год выхода на пенсию. Вот стаж – это всего лишь процент. Процент, который возьмется от среднего заработка. То есть есть категория людей, категория профессий, которые у них ну, не предусматривается большой пенсии изначально. То есть можно, ну, допустим, женщина работала санитаркой, да, вот, любая профессия, она важна и нужна, да, но, к сожалению, заработная плата, ну, не такой, как хотелось бы видеть. Так этот стаж всего лишь это процент от заработка кратностью 1,35. То есть, допустим, 50 лет стажа с кратностью 1,35, допустим, 70% от заработной платы. Если заработная плата средняя составляет, ну, 1000 гривен, я не знаю, 1500 гривен, конечно, не может быть пенсия той, которую хочет видеть женщина. Ну и средняя заработная плата, она, конечно, очень тянет все размеры пенсии. Предусматривается это пересмотреть, но на сегодняшний день вопрос остается открытым. Средняя заработная плата – это при расчете средней зарплаты человека индивидуальный коэффициент умножается на среднюю заработную плату за предшествующие 3 года перед назначением пенсии. Ну и все наши старые назначения, последнее было осучаснение, осовременивание, это было в 2012 году. То есть все назначенные пенсии до того были приравнены к 1197 гривен. То есть получается несправедливость. То есть чем раньше человек выходит на пенсию, тем у него автоматически становится меньше пенсия. Меньше средний заработок, значит и меньше пенсии. Будем надеяться, что будем очень надеяться, поменяется. Это должно, да, поменяться. Спасибо огромное. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. А я бы хотела узнать по поводу пенсии инвалиду детства по слуху. Вот ему платят 949 гривен. Это минимальная пенсия идет? Или сейчас уже подняли минимальные пенсии? Спасибо большое. Спасибо. Ну, инвалид детства по слуху. Ну, давайте, минимальная пенсия сейчас 1074. Но в законе сказано, в общем, если инвалид, инвалид третьей группы, то с декабря тоже были приравнены к 1074. Все еще зависит от стажа. Вот инвалид по слуху. Если, я думаю, что по слуху это инвалид с детства. Я, конечно, мы не знаем всех вопросов, всех нюансов, да, этого вопроса, но здесь еще есть такая возможность, что инвалиды с детства, инвалидность у которых наступила до 18-летнего возраста, имеют право назначить у нас пенсию по потере кормильца за умершего родителя и назначить пособие в Управление труда и социальной защиты населения. Тогда получается выплата, да, действительно двойная. Да, 949 имеет место быть. Спасибо большое. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер, говорите. К сожалению, звонок сорвался. Будем надеяться, что наш телезритель перезвонит, успеет дозвониться до окончания нашей программы сегодня. А следующий вопрос, Тамара Георгиевна, следующего характера у меня к вам. Есть ли какие-то изменения и как сегодня начисляется пенсия по утрате кормильца?
По потере все осталось то же самое. То есть основание для назначения пенсии является инвалидность. Ну, в ТЭК установлена медико-социальная экспертная комиссия. Размер пенсии зависит напрямую от группы инвалидности. Это процент, который будет браться при назначении пенсии. Ну, а необходимость – это стаж. Стаж определяется на момент установления группы инвалидности и возраста наступления инвалидности. То есть, в первую очередь, мы определяем, сколько человеку лет, какая группа инвалидности, и тогда мы смотрим, какой необходим стаж. Вот до января 2016 года тоже в законе предусмотрено несколько таблиц необходимого стажа, то есть для первой группы, для второй и для третьей. Ну вот с января 2016 года вторая группа перемещается автоматически в разряд третьей группы, то есть стаж, необходимый для назначения пенсии, увеличивается требования к стажу. И все-таки опять не могу не вернуться. Сейчас мне подсказывают, есть телефонный звонок. Следующий вопрос уже к вопросу о повышении пенсии. Мы после звонка наших телезрителей. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Какого возраста уходят женщины в настоящее время на пенсию? Спасибо большое, спасибо. 57,5 лет. В этом году да, еще 57,5 лет. Да. Спасибо большое за ответ. И возвращаемся к повышению пенсии. Предусмотрено ли повышение в 2016 году? Вот уже как бы 3 месяца за плечами 2016 года. Ну, заложено в этом году еще май и декабрь, то есть повышение прожиточного минимума. То есть будут пересмотрены те пенсии, в состав которых входит, которые завязаны на прожиточном минимуме. Это будет и доплата за сверхнормативный стаж, допустим, это надбавки, которые рассчитываются в процентном отношении от прожиточного минимума. То есть это не говорит о том, что, допустим, все пенсии будут пересмотрены. То есть минимальный прожиточный минимум с 1 мая уже 1130, то есть он увеличивается на 56 гривен, и с декабря 1208, то есть плюс еще 78 гривен. То есть еще раз, это не все пенсии взяли на 56 гривен. Это в зависимости от того, кому положено, а кому не положено. Хотелось бы вернуться еще к тому вопросу, что мы обсуждали заработную плату. Так вот, заработная плата для назначения пенсии, вот мы сказали, что не берется, берется только в единственном случае. Хотелось бы коснуться перерасчетов. То есть для перерасчетов пенсии пятилетки предоставлять уже мы не берем их в расчет и не перерасчитываем. И на сегодняшний день, даже если человек приходит на плановый перерасчет, у него тоже есть несколько, у него есть выбор, несколько видов перерасчетов производить. То есть то, что ему целесообразно. То есть это рассчитывают сотрудники пенсионного фонда. При условии перерасчета по стажу и по заработной плате, то есть для того, чтобы участвовала заработная плата, пятилетка до 2000 года больше не учитывается в расчет. То есть если человеку хочет, чтобы применили зарплату, бывает, люди настаивают. Ну вот в любом случае. Конечно, мы тогда готовим отказ, что нецелесообразно, потому что при условии, допустим, некоторым, при условии исключения пятилетки ведет к уменьшению. Допустим, это единичный вариант, у всех оно индивидуально, но люди должны знать, что перерасчет, как и первичное назначение, пятилетка отошла. Ну, не без изменений, которые каждый год нам диктует законодательство. В завершении сегодняшней беседы и сегодняшней нашей встречи хочется еще коснуться немаловажного вопроса, это начисление пенсий переселенцам. Соблюдается ли, выплачивается, как начисляется, если у кого-то из временно переселенных жителей нашей страны в наш регион подошел пенсионный возраст? Требования те же, что и были. То есть, если человек достигает пенсионного возраста, он должен предоставить тот же пакет документов, как, допустим, он был, то есть другие обыкновенные. Единственное условие, что отличает переселенца, то есть это справку, то есть они регистрируются в Управлении труда и социальной защиты, получают справку переселенца, регистрируют ее в миграционной службе, проставляя на обратной стороне этой справки штамп. Эту справку необходимо на сегодняшний день продлевать каждые полгода, обращая внимание всех переселенцев, обязательно ее на сегодняшний день предоставлять в пенсионный фонд. А условия назначения пенсии для всех одинаковые, то есть это стаж, документы о стаже, паспорт, код, свидетельство о браке женщины, если необходимо, если меняла фамилию, допустим, стационарное обучение, диплом, аттестат. То есть все без изменений. Все без изменений. И планируется ли что-то
в изменении, в начислении, может, в разовой помощи. Мы накануне Дня Победы, поэтому есть ли какие-то изменения в этом направлении, какие-то, может, разовые помощь материальная будет выплачена? Да, действительно, будет разовая выплата. К 9 мая она будет осуществляться так же, как ежегодно, традиционно она осуществляется управлением Минсоцполитики. Суммы на этот год тоже уже утверждены. Это зависит от категории. Инвалид первой группы, второй, третий. Это участники боевых действий. Это все разные установленные суммы. Ну, например, инвалиды войны первой группы – это 2975 гривен одноразово. Да. Второй группы – 2600, третья группы – 2310. Участники боевых действий, несовершеннолетние узники – 920 гривен. Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 2975 гривен. Женам участников войны и боевых действий 465 гривен и участникам войны 170 гривен. Это так, вкратце я сказала. Мы еще ближе вернемся к этому вопросу в течение следующего месяца. Эти суммы будут перечислены на те счета, согласно которых люди получают пенсию. То есть, если это почтовое отделение или это банковское учреждение по выбору пенсионера, на эти счета Минсоцполитики зачислит деньги. Спасибо вам огромное за то, что вы не отказываете, приходите к нам с разъяснениями на вопросы наших телезрителей. Шановні, нагадаю, в нашей студии заступник начальника управления пенсионного фонду України в Приморському районі міста Одеси Тамара Георгіївна Гортопан. А ми продовжуємо нашу вечірню програму і зараз за традицією щодо подій, якими запам'ятався цей день в історії. 5 квітня 1722 року експедиція адмірала Якоба Рогевена відправлена голландською Вест-Індською компанією в серпні 1721 року на пошуки гіпотетичного південного материка – відкрила невелику відокремлену гористу землю, саме яку зараз і побачимо. Це трапилось 5 квітня. Большинство теорий об острове Пасхи строится исключительно на устных преданиях и легендах. Происходит это потому, что никто до сих пор не может понять, что же написано в письменных источниках. В знаменитых табличках «Кохао мото моронгу ронгу», что в переводе приблизительно означает «рукопись для декламации». Большая часть их была уничтожена христианскими миссионерами, но и те, что остались, могли бы, наверное, пролить свет на историю этого таинственного острова. Уж не раз ученый мир был взбудоражен сообщениями о том, что древние письмена наконец-то расшифрованы. Но при тщательной проверке все это оказывалось не слишком точной интерпретацией устных фактов и сказаний. Большинство ученых не допускает, что письменность могла возникнуть сама на такой маленькой площади. Но если она была привнесена извне, то откуда? Мысли исследователей обращаются к легендарному первопоселенцу Хото Матуа. Ведь по устным преданиям, это именно он привез деревянные таблички с собой. Но, увы, они не помогут нам определить место, откуда прибыл великий вождь со своими людьми. В основе письма острова Пасхи – иероглифы, что для Полинезии – исключение. Нигде больше на островах Тихого океана мы не найдем даже следов иероглифического письма. Лингвистический анализ принципов написания, графика, материал – все это уводит исследователей слишком далеко. Перу, Боливия, Двуречие – Древняя Индия, хетты, шумеры, египтяне. Список можно продолжать, потому что при желании сходство можно найти со многими графическими системами и языками мира. Понятнее от этого содержание «Кохао моту моронго ронго» не становится. С уверенностью можно утверждать одно. Последние знатоки этой письменности, свободно ею владевшие, умерли в 20-х годах 20 века. Их древние знания ушли вместе с ними. Чуть раньше, после грабительского перуанского рейда 1862 года, умер и культ человека-птицы. Этот странный, уникальный для всей Полинезии обряд был посвящен Маки-Маки, верховному божеству. Избранный становился его земным воплощением. Причем, что интересно, выборы проходили регулярно раз в год.
но при этом в них самое активное участие принимали слуги или воины. Именно от них зависело, станет ли человек, глава семейного клана, Тангата Ману, человеком-птицей. Именно этому обряду обязан своим возникновением главный культовый центр – скальный поселок Оронго на самом большом вулкане Рано-Као в западной оконечности острова. Хотя, может быть, Оронго существовал задолго до возникновения культа Тангата Ману. Предания сообщают, что наследник легендарного Хоту Матуа родился именно здесь. В свою очередь, его потомки через сотни лет сами давали сигнал к началу ежегодного состязания. Весной на небольшие островки Мото-Као-Као, Мото-Ити и Мото-Нуи, расположенные недалеко от берега, прилетали посланники бога Маки-Маки, черные морские ласточки. Сюда же по сигналу приплывали воины, представлявшие различные семейные кланы. Тот воин, который первым находил первое яйцо, должен был крикнуть своему хозяину: «Брей голову, яйцо твое!». Затем он должен был закрепить священную находку в специальной повязке на голове и вплавь доставить его на большую землю. Сделать это было не так-то просто, поскольку смельчака подстерегали многочисленные опасности – острые скалы, бушующие волны, свирепые акулы и, конечно, отчаянные конкуренты, готовые на все ради обладания заветным трофеем. Цена победы была действительно очень высока. Сам воин получал в награду 7 прекрасных женщин, но его хозяин становился вождем, или вернее, человеком-птицей, получая всеобщее уважение, почет и привилегии. Он становился земным воплощением божества, а его именем назывался «Текущий год». Последняя церемония Тангата Ману прошла в 1866 или 1867 году. После катастрофического пиратского рейда перуанцев выборы прекратились сами собой. Выбирать просто больше стало не из кого и некому. В 1935 году чилийское правительство объявило остров Пасхи национальным парком, музеем под открытым небом. После открытия аэропорта Матавери добраться сюда стало не так уж и сложно. Несмотря на то, что практически все современные островитяне работают на туристов, остров не похож на обычную туристическую достопримечательность. Он, видимо, обладает такой энергетикой, что легко подчиняет себе и своим ритмам любого. Взобравшись на вершины вулканов Рано-Као или Рано-Рараку, можно часами сидеть и смотреть на темные вулканические озера в их кратерах. Если на Рано-Као вас будут окружать пещеры Оронго, петроглифы с изображением человека-птицы, почти отвесная скала, уходящая в белую пену, и островки вдали, где до сих пор весной появляются посланники бога Маки-Маки, то Рано-Рараку откроет вам удивительно красивую перспективу на весь остров и склоны горы, где по-прежнему, как и сотни лет назад, стоят или лежат безмолвные моаи, брошенные древними камнетесами. Здесь все сохранилось так, как было сотни лет назад, когда на острове произошло то, что так тщетно пытаются понять и объяснить ученые всей планеты. Хотя, может быть, дело не только в этом. Достаточно оглядеться вокруг. Одна лишь мысль, что ты находишься на клочке суши длиной всего 24 километра посреди отнюдь не тихого океана, на расстоянии почти 2000 километров от ближайшей обитаемой Земли, это может поразить кого угодно. Шановні, вечірня Одеса продовжує свою роботу. Нагадаю, номер телефону студії 638-638. І зараз я з задоволенням привітаю в студії гостей, які є вже давніми друзями нашої програми, людей, які роблять, як то кажуть, неможливе. А саме чому ви зараз і здогадаєтеся. В нашій студії Джон Кахельман, молодший керівник українських місій «Міжнародна допомога церков Христових». Біля Джона Тетяна Зазуліна, координатор українських місій в Україні. Далі Олена Кулагіна, переселенка і координатор вимушених переселенців в Одесі. Та Георгій Блощиця, також координатор евакуації вимушених переселенців із зони АТО. Добрий вечір, бажаємо гості.
Благодарю за то, что вы делаете, за вашу работу, за ваше открытое сердце, за вашу душу, за то, что вы работаете, не покладая рук, 24 часа в сутки. Спасибо вам. Thank you. Георгий, вопрос первый к вам. Какова сегодня ситуация? Что нового? Потому что мы с вами виделись в конце 2015 года, подводили итоги работы. Что-то сдвинулось еще с той мертвой точки, на которой вот застряли, скажем так, и помощь, гуманитарная помощь. Мы уже думаем, что сдвинулось, потому что у нас такие уважаемые люди в гостях. Что касается гуманитарной помощи, у нас все стабильно, неплохо, потому что Джон здесь в студии, мы его видим, снова желающего и подтверждающего свое желание и намерение работать дальше. Напоминаю, что Джон – это тот человек, который предлагал, не перестану повторять, 170 контейнеров с мебелью, то есть это говорит о масштабности и о способности помогать. Которые бы мы могли бы замеблировать социальные общежития, которых мы давно очень ждем, и на самом деле это был бы ответом на все вопросы, основные проблемы, которые в среде вынужденных переселенцев сегодня есть. А конкретно они такие проблемы, что с начала 2016 года никаких проплат, которые были запланированы, обещаны санаторием Куяльник и Санитати, а сейчас в этих двух санаториях, в Сергеевке и в Одессе, в Куяльнике, сосредоточены все примерно 850 вынужденно перемещенных лиц, так их закон называют, а мы говорим переселенцев вынужденных, социально необеспеченных, уязвимых слоев населения. И там начались отключения света, в частности в Куяльнике, воды, отопления. То есть это происходило в этом году уже неоднократно. Это вызывало ряд, опять же, переживаний. Снова же поднимались вопросы, попытка поделить людей на первую, вторую группу инвалидности. Мы будем проплачивать, а конкретно облсовет принял такое решение выделить из своего областного бюджета на первую, вторую группу инвалидности людей проплату проживания в санаториях. А вот третья группа – мамы многодетные, мамы-одиночки, пожилые, одинокие люди, они остались за границами этой программы. И снова же в областной администрации не нашлось компетентных людей, которые бы объяснили, что это не ставит крест на этих, которых не оплачивает областной совет, а наоборот, нашлись волонтеры и какие-то чиновники, которые заявили, что тогда они будут сами платить, либо идут на воздух и ищут сами себе жилье. Математически чисто это сделать практически невозможно, потому что речь идет о том, что звучала такая сумма 3000 гривен с одного проживающего в месяц в Куяльнике. Плюс питание у них уже с лета прошлого года за свой счет. А это там 1200 гривен в месяц. И у них монополия, там невозможно нигде питаться, как только в столовой санатория, Куяльник или Санитати. Поэтому все так, довольно-таки не очень хорошо развивалось. И в итоге вылилось то, что последнее отключение где-то было 2 недели назад, и люди уже возмущенные собрались, сели на автобус, приехали в обладминистрацию, пошли в приемную граждан Одесской областной администрации и намеревались там остаться жить, ночевать до того момента, пока администрация не решит вопросы того, когда включат свет. Это все переросло в довольно-таки масштабный конфликт, потому что тут же присоединились к освещению этой проблемы и национальные каналы, и местные каналы, и волонтеры, разные организации общественные. Маша Гайдар, которая занимается сейчас социальными вопросами, в частности, переселенцами, пришлось как-то отвечать на вопросы,
почему так произошло, звонить директорам, давать личные гарантии, просить, чтобы был включен свет. И мы находимся в стадии сейчас, скажем, перебрасывания ответственности. Маша считает, что областной совет, а именно там некоторые депутаты, садовников, и, ну, я об этом говорю так, как это было в средствах массовой информации, не секрет. И Абрамова, что они блокируют эту ситуацию, потому что они от партии доверяют делам. В свою очередь, как бы Маша, ну, дала брифинг об этом, а Абрамова и Садовников дали пресс-конференцию о том, что Маша и ее сотрудники не подали документы в нужном объеме для того, чтобы заказать деньги. В общем-то, как бы в итоге опять люди остались крайними. Вот, и сейчас все находится в стадии решения вопроса на всех этих вот комиссиях и так далее, что зрителям, возможно, будет трудно понять, потому что там есть и такие комиссии, и сякие комиссии, и все много. Я думаю, да, что это даже вот в такие не будем подробности углубляться, потому что на самом деле телезрителям, так как и людям, которые сегодня нуждаются в помощи, важен результат. Да, но я хочу сказать, у нас появилось в результате этого, ну, во-первых, не было до этого штабов, ну, и конфликт этот вызвал то, что все-таки пришлось собрать обладминистрации штаб по переселенцам, где были мы, и был поднят вопрос снова о том, что почему мы не ищем места, где бы их можно было расселить. Угу. Вынужден сказать, что ранее озвученные администрацией тоже Марии Гайдар места, такие как Радостная, куда никто не хотел ехать, но тем не менее были озвучены, и Тузлы, они оказались в частных руках спустя время, что они государственными, и туда невозможно поселять людей, поэтому эти объекты отпали. Но мы подняли вопрос, что они были очень далеко, и почему мы не предоставили возможность проживать людям с промышленных регионов в Овидиопольском, Коминтернском, Беляевском районе, то есть те, которые прилегают к Одессе. Тем более, что чаще всего им нужна больница, а по закону люди с такими инвалидностью должны быть в 20 километрах от областной больницы. Вот. И вот эта ситуация привела к тому, что нам дали как бы связь с председателями этих администраций, а мы помним, что они новые председатели районных администраций, и заверили, что они не будут прятать от нас помещения, то есть мы сейчас находимся в стадии мониторинга этих районов, поиска. Что вы можете самостоятельно сейчас самостоятельно, выбрать, совместно. Да, вот, будут созданы комиссии, то есть это дает нам какую-то надежду найти помещение, а дальше ехать мы собираемся в Киев, просить деньги на программу их ремонта, то есть это... Ибо если мы останемся в санаториях, мы будем как вот и до сих пор постоянно в конфликтах. Как и по сей день. Я следующий вопрос все-таки хотелось бы мне задать нашему гостю, который сегодня впервые в нашей студии, Джон, вам. Как вы приняли решение помощи? Что для вас сегодня означает гуманитарная помощь, помощь людям, которые сегодня нуждаются, и почему Украина? Well, I choose Ukraine because I came to Ukraine in 1994 and fell in love with the country. Мой выбор пал на Украину, потому что первый раз в Украину я приехал в 1994 году и сразу влюбился в вашу страну. The heart and spirit of Ukraine is marvelous. Меня удивили как сердце, так и дух украинцев. It's a country that is giving, a country that is hospitable, a country that's very kind. Это очень добрые люди, страна, в которой живут добрые, гостеприимные люди. And because of those traits that I see, I want to help the people. И именно поэтому я хочу помогать вашим людям, потому что я вижу эти качества. And we've been helping since 1994, but we have really begun in earnest with the problems in the east. Вот мы с 1994 года помогаем вашей стране, но еще больше усилий мы стали прилагать, когда начались проблемы в вашей стране. And it's just not me, but there are many Americans that want to help as well. Это не только я, не только мое желание, очень много американцев готовы помочь, имеют большое желание помогать. And so what I'm able to do is the result of thousands that are unseen. А поэтому за мной стоят тысячи людей, которых вы не видите.
И они сегодня в вашем лице, сегодня находятся вместе с нами. Какая помощь вами уже оказана? И встречались ли вы непосредственно с людьми, которые этой помощи нуждаются? Yes, I have met many people that have received our assistance. Да, я уже встречался со многими людьми, которые получили помощь. I visited hospitals that have received the medical equipment and supplies. Был в больницах, которые получили от нас оборудование, принадлежности медицинские. I've talked to the patients that were treated and had surgeries. Разговаривал с пациентами, которым делали операции. Today we met with a group of the disabled people that have been helped with clothes and diapers and a number of things. Сегодня мы встретились также с группой инвалидов, которые получали от нас и одежду, и подгузники. We meet with these people so that we can validate that our shipments have been distributed. Мы встречаемся с этими людьми для того, чтобы действительно убедиться в том, что наша гуманитарная помощь поступает туда, куда она должна поступить. And so then I take the photographs, I take letters back, and I tell the Americans, here's what you've done. Вот. И потом я показываю в Америке фотографии, рассказываю истории, которые мне рассказывают люди. Говорю, вот смотрите, что ваша гуманитарная помощь, как она помогла людям и что она сделала. But I couldn't do what I do unless I had partners here in Ukraine doing it as well. Но я не мог бы сделать всего этого, если бы у меня не было достойных партнеров в Украине. С какими вопросами, может быть, просьбами к вам обращаются люди, взрослые, дети, с которыми вы встречаетесь? Задают вопросы? Yes, we receive many requests from people, and the requests cover a multitude of topics. Очень много, действительно, очень много просьб, очень много заявок и всевозможных областях. Last July I was over in a village in West Ukraine, and a little boy had a three-wheeled truck, and I got a request to get him a truck with four wheels. В июле прошлого года мы были в одном детском доме на Западной Украине. Там один маленький мальчик, у него был грузовичок, у которого было всего три колеса. But, и он попросил, он сказал, что он очень хочет новый грузовик. But then I go to the hospitals and I talk to the surgeons, the emergency room staff, and they have critical needs that we try to help with as well. Вот, и потом мы также встречаемся с хирургами, встречаемся с врачами, которые заявки которых и просьбы которых намного серьезнее, и мы стараемся их удовлетворить тоже. We've received requests for wheelchairs for those that have amputees. We've received requests for crutches and walkers. Нас просят и инвалидные коляски для людей, которые потеряли конечности. Ходунки, костыли. Насколько сложно сегодня оказывать помощь? How difficult it is, how complicated it is today to give humanitarian aid? It depends on how well the system is working. Все зависит от того, насколько хорошо работает система. We have the container that we received today had no problems. It came through, was cleared very well. Вот все, что контейнер, который сегодня пришел, с ним никаких проблем не было. Все прошло очень гладко. If we have good partners in America and good partners in Ukraine, it all works very well. Поэтому, если у нас хорошие партнеры, достойные, как в Украине, так в Америке, то все проходит благополучно. Unfortunately, sometimes you don't have that good partnership, and then you have problems. К сожалению, партнеры не всегда оказываются достойными, поэтому иногда бывают проблемы. Спасибо вам за то, что вы делаете. Рады будем вас видеть в нашей студии, в нашем любимом городе. Спасибо за ту помощь, которую вы оказываете. Спасибо. Лен, в завершении сегодняшней нашей встречи, наверное, уже слово вам сегодня. Как себя чувствуют те люди, вы, которых, скажем так, ну, более своими такими силами, трудолюбием, вот, пригрели, обогрели, стараетесь дать рабочие места. Как у них сегодня настроение? Как дела? Я хочу сказать, что на данный момент, конечно, настроение
Не очень, но каждый раз приходится их ободрять, каждый раз, знаете, радует то, что люди сейчас стали активными и выбрали инициативную группу, которая реально борется за свою жизнь, борется за свое место под солнцем. Они понимают, что они в проблеме. Если, допустим, раньше приходилось как-то объяснять все время, рассказывать, говорить о том, что вы сами, человек, это человек с большой буквы, и он должен сам принимать какие-то решения и какие-то действия. Приходилось очень долго объяснять и рассказывать, что особенно в Одессе нужно быть активными и действовать. То сейчас это вот радует. Вы знаете, что очень мало приходится объяснять, и у нас сложилась вот такая вот активная, инициативная группа, которая реально производит какие-то действия. Когда, просто два слова, когда мы находились, группа девочек находилась на форуме «Женщины за мир», то еще одна группа уже отвоевывала все-таки вот свои потребности в обладминистрации. Спасибо. Спасибо огромное. Сегодня мало времени, как оно обычно всегда очень быстро проходит. Но впереди новые встречи, уже дай бог, это мы уже увидим помощь, которую предоставил Джон, его коллеги, партнеры. Поэтому скоро увидимся. Спасибо. Шановні телеглядачі, саме сьогодні у нас з вами така вийшла програма. Я бажаю вам гарного настрою, гарного вечора та зустрінемось ще. Хай щастить.